Австралийцы Ник и Гордон недавно получили долгожданную работу в престижной компании. Места для них нашло государственное агентство. Оба мужчины страдают аутизмом, и поиск работы для них всегда был похож на битву. Проблемы начинались уже на собеседовании. Заходишь в кабинет, где сидит незнакомец, и тут же впадаешь в панику. Они думают, что этот человек не смотрит в глаза, поэтому ему нельзя доверять никакой работы. Сотрудники правительственного агентства объясняют работодателям, что у людей с аутизмом есть преимущества. Благодаря этому австралийские компании чаще стали нанимать таких работников. С нашей непредвзятой точки зрения, эти люди обладают необходимыми нам навыками. Они высококвалифицированные специалисты, и нам нужны такие сотрудники. Мужчин взяли на работу в компанию Services Australia. Ник работает программистом, Гордон – аналитиком. Было только одно место, которое мне интересно, и меня взяли первым. Замечательно. По мнению экспертов, квалифицированные специалисты с аутизмом способны решать очень сложные задачи. Люди с аутическим расстройством охотно следуют правилам, и они пунктуальные. Аутизм возникает из-за нарушения развития головного мозга. Обычно людям с таким заболеванием трудно дается социальное общение. Однако у некоторых аутистов симптомы недуга слабее, и такое состояние называют расстройством аутического спектра.